Говори. Что говорить? Вот сегодня обедаем. Купили вчера вот креветки тигровые. Короче, вышло 150, ой, 1,5 килограмма, 100 рублей. Вот сейчас в чайнике сварили. Вот говорю, сидим с пивком, обедаем. Тут вот это вот, как, капуста, ну типа как корейская, только вот, ну тоже прикольная. Тоже вкусная вообще, обалденная. Какие-то вот взяли консервы попробовать, местные тайские. Ну, типа наша тилька. Она есть, тилька в томатном соусе. Ну, самая крутая вот эта креветка. За 1,5 килограмма, 100 рублей. Я считаю, что это очень дешево. Сними сейчас я. Супер, супер.